Всем привет! С вами канал AlexDNPro. И в данном видео мы с вами проведем обзор игры XR.io. Так что же это за игра? Собственно, из названия следует, что GEX — это вот такой вот шестигранный у нас многоугольник, да? Что же здесь нужно делать? Здесь нужно захватывать себе зону, вот такую вот, да, поле. Захватывать зону, чем она больше, да, тем больше очков мы получаем. Вот в левом верхнем углу мы видим наше поле, оно представляет собой тоже гекс. Мы сейчас где-то примерно в центре. Вот есть противник, да, вот у него можно отхватывать, у этого противника тоже. Сейчас его, правда, уничтожили. Вот смотрите. Видите, захватили у него вот там три кусочка. Раз. Все, всего плюс 43 блока захватили. Но, собственно, что же здесь такого еще интересного? Как вот уничтожать противников, да? Противники-то есть. Опа, видели, он меня уничтожил. Все потому, что он... успел меня уничтожить до того, как я его, как я приду обратно, вернусь на свою территорию. Сейчас, если получится, сейчас мы с вами тоже уничтожим парочку противников. Так, берем значок, увеличивает скорость, бах, видели, перерезали ему ниточку, так сказать. Этому тоже перерезали. Сразу двоих убили, да? Оп, ай, не успел вернуться. Эх. Вот выполнили миссию, да, Mission Complete. Вот и получили 100 монет. Так, давайте еще раз с вами. Пробуем. Так. Для того, чтобы успешно играть, нужно никуда не торопиться, а потихонечку вот так вот наращивать свою структуру. Вот, далеко не отходить от структуры. Бух! Видели, уничтожили, да, его? Далеко от своей структуры не отходить. Вот, потихонечку ее наращивать. И все у нас будет, так сказать, хорошо. Так. А вот злодей, да, этот? Смотрите. Оп, он меня уничтожил. Итак, есть здесь еще... вот такие вот ящички, да, написано open, открыть. Что же у нас здесь будет в этом наборчике-то? Вот. Ну вот, давайте, accept, да, то есть подтвердили. Вот костюмизация вот написано, да, такое, то есть кастомизация. Можем выбрать внешний вид нашего вот этого вот кружочка. Можно вот такой вот сделать, да, такой. Вот. Собственно, на ваш вид. Вот. Можно рамку ему сделать, собственно, тоже поменять. И выбрать наши клеточки, да, тоже. Какого же цвета будут наши гексы? Вот есть из бесплатного просто цвет, да, мы берем. Вот. Чуть-чуть дороже будут стоить вот такие вот, по 500, да? Дальше по 1000, 2500, вот у нас открыт вот такой вот черненький, его просто хорошо видно сразу. Вот. Ну и так далее. Потом на наш кружочек можно еще нацепить вот такой вот, да? Или вот такой вот. Это мы уже получили в нашей коробочке. Ну, такую вот типа борду там, да, можно еще поставить. Ну, такая вот игра. Что ж, если тебе понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на наш канал. Пока-пока!